как поживает Лудж? Слушай, хочу спросить. Я слышала, как ты приехал тем вечером с Рикки. Кто с тобой был? Бухарь. Его зовут Уильям. Билл. Но я всегда звал его Бухарем. Не спрашивай, почему. Короче, ты скажи, с ним все нормально будет? А то я видела его в лазарете. Выглядит хреново. Да, он поправится. Его подштопают, и мы поедем на север. Вот. Так что не волнуйся, ладно? Ага, ладно. Ладно. Эй, Дик.